Здравствуйте, с вами Маркина Мария. Приветствую вас на моем творческом канале. В этом видео я буду показывать, как сшить кота Саймона 3D. Это объемная мягкая игрушка по разработанной мною выкройке. Представляю вам выкройку. На ней я указала размеры с метками для соединения деталей и какое количество деталей должно быть. Ссылку на ее скачивание вы сможете найти в описании. Нам понадобится ткань флис. Она сделана на основе трикотажа и поэтому очень хорошо подходит для создания игрушек. В качестве наполнителя я буду использовать синтепон. Но это может быть холофайбер или синтепух. Также мне понадобятся нитки белые полиэстер и черные мулине или акрил для оформления. Все элементы выкройки у меня вырезаны. Раскладываем их на ткани. Обводим карандашом каждую деталь. Скалываем булавками. Из куска ткани длиной 20 см при ширине 1,5 метра у меня поместилось два одинаковых котика. Вырезаем все элементы с припуском на шов в 2 мм. Thank you.
На оставшемся кусочке рисуем глазки, диаметр которых должен быть 4 сантиметра. Вырезаем их и пока откладываем в сторону. Далее на вырезанных деталях прорисовываем метки, они отмечены цифрами на выкройке для соединения частей изделия с обеих сторон. Берем иглу с ниткой, переднюю часть выкройки мордочки и прошиваем выточку швом назад иголку. Так называется данный шов. Делаем закрепку и обрезаем нитку. Затем средний шов задней части головы прошиваем краеобметочным швом. Соединяем оба элемента вместе также краеобметочным швом. В дальнейшем все швы выполняются краеобметочным швом. Выворачиваем голову и немного заполняем синтепоном. Части туловища прошиваем поверху, не разъединяя, от шеи до верхней метки на попе кота. Раскрываем выкройку со стороны шеи. Берем длинную часть будущего изделия, это грудка и животик нашего кота. Сшиваем, как показано на видео, с двух сторон. Выворачиваем. С
скрепляем метки булавками. Выточка на голове должна совпадать с меткой на грудке. Боковые швы с метками на туловище. И обшиваем по кругу. Голова кота почти готова. Возьмите внутреннюю часть передней лапки и сопоставьте с метками, указанными на основной выкройке. Затем прошиваем по длине лапок с обеих сторон. То же самое проделываем с задними лапками. Обращаю ваше внимание на то, чтобы все имеющиеся у вас метки соединялись с точностью. Только тогда у вас получится ровный и красивый котик. Берем одну из четырех ступней лапок. По выкройке все они должны быть одинаковые. Сшиваем заднюю часть и верх передней. Раскрываем и, сопоставляя метки подошвы лап, прошиваем по кругу.
выворачиваем. Совмещаем швы и перешиваем ступни с верхом лапки. Выполняем такую же операцию и с остальными лапами. Далее выворачиваем, сопоставляем метки на животике и верхом лап, сшиваем всю внутреннюю часть, оставляя немного места для того, чтобы в дальнейшем было удобно вывернуть кота. Смотрите внимательно на видео, как это делается. Выворачиваем кота и заполняем все пространство внутри игрушки синтепоном, предварительно распушив его. Большой иглой проталкиваем, уплотняя его. Thank you.
Чтобы не было видно отверстие, аккуратно зашиваем. Подготовим хвостик, сшиваем, выворачиваем и заполняем наполнителем. Перед тем, как пришить, выберите наилучшее место для него и пришейте. Хвост готов. Берем глазки, вырезаем из синтепона кружочки. Они должны быть меньше немного по диаметру, чем основа для глаз.
Закалываем булавками и обшиваем по кругу белыми нитками, как показано на видео. Оформляем стопы. Заводим черную нитку без узелка с задней части лапки и как бы рисуем пальчики, разделяя ниткой на 4 части и закрывая швы. Сделайте те же операции с остальными лапками котика. Переходим к носику и оформлению глаз. Вышиваем нос и ротик гладью, а глазки швом под названием цепочка. Чтобы сделать зрачки и попу, прошейте ниткой на одном месте несколько раз.
Наша объемная мягкая игрушка «Кот Саймона» готова. Посмотрите, какой красивый и замечательный котик получился у меня. Лапки, голова, хвостик – все это двигается. Это полноценная игрушка, которую можно сделать ребенку, подарить в качестве подарка или же оставить себе любимому. Спасибо всем, кто смотрел видео. Надеюсь, вы интересно и с пользой провели время. И я смогла помочь вам практическим советам и этой видеоинструкцией. С вами была Маркина Мария. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки под моим видео. Жду ваших комментариев и пожеланий. Всем удачи в творчестве. Пока!